Всем привет! Всех приветствую на своем канале, и этот обзор будет посвящен моему очередному заказу по каталогу Avon 6/2016 год. Часть заказа у меня была от моих клиентов, начну я сейчас с них. Это одна женщина заказала мне вот такой вот дезодорант Incandescence, это от парфюмерной воды 50 мл шариковый. Потом гель для интимной гигиены, очищающий гель для женской интимной гигиены. Нежная и эффективная формула, средство дарит ощущение свежести на целый день. Подходит для ежедневного использования. 300 мл, вот такой вот. И очередной шампунь, 700 мл из серии Avon Naturals. Непревзойденный объем, малина и гибискус. Шампунь для волос. Вот такой вот. У меня этот шампунь, кажется, уже кто-то брал из знакомых. Но я так поняла, что он пользуется спросом. Я сама не пробовала. Мне вообще шампунь Avon, я так поняла, не подошли. Ни из серии Naturals теперешние, ни из Avon Technics. Так, второй у меня был заказик для Маши. Она мне заказывала как-то что-то такое тональное какое-то средство вместе с блеском для губ. В этот раз она решила себе заказать помаду. Вообще это чистится как помада-бальзам. Что-то такое розовое. Я уже не помню номер. Открывать я его не буду. Не знаю, может там увидится. Что это у нас вообще? Каринг Кобал. Коралл, точнее. Ну, в общем, какой-то коралл. Даже не туда глянула. Так, и карандаш для Ирки. Кажется, она мне такую же брала. Этот карандаш, если я ничего не путаю, надо вообще уточнить, для чего. Кажется, все-таки для... Да, карандаш для бровей. Вот. Это у меня был маленький заказ... Три маленьких заказика для клиентов. Сейчас я покажу свой самый заказ конкретный. В общем, я по баллам заказала себе вот такое средство. Комплексное средство для кожи лица с алоем берем. Очищает, тонизирует и увлажняет кожу. Три в одном. Вообще, в интернете отзывы на него были хорошие. Где-то писали, что такой баночки хватает у 200 мл чуть ли не на 2 года. Женька мне такой тоже советовала, когда еще только-только начала заниматься Avon. И я взяла по баллам, у меня как раз накопилось довольно приличное количество их, и не знала просто, что выбрать, и остановилась вот на этом средстве. Ну, попробую. У меня вообще умывалка еще есть, эвоновская из Планеты Спа, еще я заказала в Гринмаме в честь 8 марта, там были акции с подарками, должно, наверное, на следующей неделе прийти посылка, там тоже будет средство для умывания. Ну, вот про запас. И... Как она мне уже попадалась за 10 рублей, тогда набор у меня вот из этой серии, из того набора маска для лица, еще даже ее не открывала, а вот маска для волос мне очень понравилась. И она по баллам была 50 баллов, увлажняющая маска для волос, русская баня с экстрактом сибирской сосны и эвкалипта. Она мне очень понравилась, она экономичная, чуть-чуть была крышечка приоткрыта, но тут пленочка, так что в принципе все цивильно, ничего никуда не отвалилось и не выпало. Она зеленоватого цвета и такая густенькая, больше похожа на очень жирный йогурт. Причем она мне нравится, и она, я так поняла, что она для всех типов волос подойдет, потому что у меня жирная, я боялась, что она сильно увлажнит, и они будут совсем жирные. Но она очень хорошо подошла, и я ее советую, такую маску. Сделана 19 декабря 2015 года. В принципе, ну, совсем недавно. Это у меня были подарки. Я заказала себе новинку геля для душа Avon Naturals для тела спелая клубника и гуава. Гель-желе для душа 175 мл. Вообще там был еще какой-то вариант, их было два. Ну, я решил пока попробовать этот, и если мне понравится, то, может быть, потом закажу. Хотя я 7-й каталог, скорее всего, буду пропускать. Я не думаю, что у меня кто-то что-то выберет, но и мне он не особо понравился, я не знаю, что мне там, что там такое есть, чего бы мне хотелось. Вот этот, я думаю, сегодня, может быть, затестить в душике. Вот такой он. Там даже видно, что он такой желеобразный. Мне даже он какой-то кисель густой напоминает. Сделан 12 февраля сего года, 21.51. И, кстати, сделано в Польше. Я не знаю, стоит ли его открыть.
О, да, он такой там, я думаю, видно. С него тут с крышечки падает такое. Очень вкусно пахнет. Клубникой и чем-то таким, видимо, так пахнет гуава. Вот, а дальше у меня идет чисто такие парфюмерные заказы. Я заказала себе туалетную воду Фэм. И к ней был... Что это у нас такое? Парфюмированный лосьон для тела. В общем, я, наверное, сейчас попробую просто лосьон открыть, чтобы не открывать туалетку. Хотя можно будет ее, потому что, в принципе, ее себе. Думаю, она мне понравится. По лосьону я чуть почей пока ничего не чувствую. Вот он такой, ближе к молочку по консистенции. И пока я действительно ничего не чувствую, вообще никакого запаха. Хотя только что после душа, и хоть там мне была ода любви от Ифраше, которая уже давно снятость. Он, кстати, при намазывании, оно быстро довольно впитывается. Никакой пленки ничего не оставляет. И чувствуется какой-то нежный ароматик. Вообще у меня такой подобный флакончик уже открыт. Правда, от туалетки Love. Ну, можно, в принципе, его будет периодически пользовать. Такой лосьон. Сейчас эти духи я все-таки вскрою, потому что я их только на картинке видела. Никогда не думала, что закажу. Я не знаю, были у меня от него пробники или нет когда-нибудь. Парфюмерная вода. Каждая женщина почувствует себя звездой с этим элегантным ароматом, интрига которого строится на контрастной игре их искристых свежих нот и роскошных цветочных. 3 года службы. Так, где она у нас сделана? Похоже, что сделано все-таки в России. А этот товарищ? И этот товарищ, хоть и больше написано частично на хохлядском, но, по-моему, это все-таки Россия. В принципе, для меня особой роли она не играет. Россия там или Польша. Я тут зверски вскрываю этот флакончик. О, какой шикарненький. Вообще, Машина мама, к которой я сегодня иду вместе с... Ну, Машу поздравлять с 8 марта, и ее маму, не очень любит всякие внешние ароматы, то бишь туалетки. Мне кажется, нравится только лимон. А я помню, когда я заказывала еще Эван через подружку, вот заказывала ей, помню, тоже туалетную, даже не туалетную, а какой-то спрей для тела, который был с лимоном. Вот она только его переваривала. Поэтому придется совсем минимум на себя прыскать. Вообще вкусненький. Не могу передать чем, чтобы пока не поняла. Но нежненький такой. И ближе к весеннему. Вообще чувствуются какие-то весенние цветы. Но я думаю, что он у меня останется для моего личного пользования. Так, и еще новинка, которую я брала пробник в 5-м каталоге. Так. Mesmerist Black. Вообще не знаю, новинка это или нет. Ну, я так поняла, что для меня это новинка. Тут вообще все. Даже пока не нашла где-нибудь тут русскоязычной буквицы. И где он сделан, тоже пока непонятно. Похоже, что сделан в Польше. Ну, значит, действительно, это новенькое что-то. Может, я так поняла, в Россию попадает уже так же, как от Ифраше. Сначала оно выпустится в стране производителя, а потом уже в стране филиале выпускает само по себе, не тратя денежки на закупку. Сюда у меня рвется, потому что иначе у меня еще коробочка не достается. Такая красивая коробочка. Сейчас Лёля будет вскрывать это зверским путем. Извини, коробочка. Такой шикарный черный флакончик. И насколько мне известно, в Ифраше был какой-то испахан когда-то очень давно. Возможно, когда еще моя сестра только им пользовалась, я даже знать не знала о существовании Ифраше. И вот мне кажется, по дизайну он очень похож на тот испахан, тоже черненький с подзолотой. Правда, на мне сейчас Фэм. Не знаю, что я его чувствую.
Но я помню, по пробнику нам с Машей он очень понравился. Ой, мимо коробки, крышечки. В общем, он мне тоже нравится. Я не разочаровалась, что все-таки на него истратила деньги. Вот у меня теперь двое новых духов. Правда, в воздухе теперь витают и то, и другое вместе взятое. Так, а еще мне тут в довесок вложили две открыточки с 8 марта, а на почте мне сказали, что посылка пришла вообще в субботу, и можно было в субботу забрать. Так я забираю на день раньше того, что обычно в графике Вейвен пишут, что, допустим, приходит во вторник, я забираю в понедельник. Ну, а тут, оказывается, у нас еще в субботу это все пришло. Вот такие две открыточки. Я их вверх ногами, оказывается, держу. Мне кажется, такая уже была. Я ее даже подписала для Манти, для своей. Ну, не знаю, куда девать. Может быть, отдам. Хотя мне еще с Иркой предстоит обмен. Она как раз у меня этот заказ сделала на карандаш. Может быть, отдам Ирке. Может, еще клиентке отдам второй. Вот такой заказик. Кстати, очень вкусные печеньки. Я такие печеньки пробовала первый раз. Вообще, я про них слышала много. Макарони, кажется, во французском кафе. Вместе, когда с Сашей встречались последний мой день бытия в Калининграде. После я так все еще не написала, но я надеюсь, что все-таки в ближайшее время я это сделаю. Если вам было интересно это видео, то ставьте лайки, можете ставить вниз, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал и до встречи в эфире. Пока!